Материнский капитал будут выплачивать до 2018 года. Такое решение было принято президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что с 2007 года каждая семья, в которой родится второй и последующий ребенок, может претендовать на эту выплату. Программа была создана для того, чтобы увеличить рождаемость в России. На что сегодня молодые семьи тратят средства и на что могут потратить, смотрите в нашем следующем сюжете. Полуторагодовалая Машенька – второй ребенок в семье Аршава. Положенный сертификат на материнский капитал родители решили использовать на улучшение жилищных условий. Как раз перед Новым годом получили ключи от нового жилья. Нам пришло письмо, что наше заявление одобрено, рассмотрено, и наши деньги пошли на погашение кредита. Соответственно, когда мы пришли в банк, то существенно несколько лет нам буквально сразу же уменьшилось по платежу, и очень мы порядочную сумму сэкономили на процентах. Первоначальная сумма капитала равнялась 250 тысячам рублей. Ежегодно проводилась индексация. В последние три года сумма не изменилась. Те, кто успеют родить второго и последующего ребенка до конца 2018 года, получат сертификат на 453 тысячи. Потратить деньги можно, как и прежде, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, будущую пенсию мамы и на реабилитацию детей-инвалидов. В основном идет большее заявление на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, займам на приобретение либо строительство жилья. Данной услугой полностью использование средств материнского капитала воспользовалось по Мирнинскому району более 1900 семей. С 2007 года в Мирнинском районе сертификат на материнский капитал получили более 5000 семей. А за два года эта цифра заметно возрастет. Ведь данная форма поддержки молодых семей остается востребованным. Ивана Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».